Не хочу. Сейчас мы тебе поставим еще на место. Ба. Это молодой Андрей, ты можешь быть. Так это сам Дмитрий Тряхин. Дима, добрый день. Участник турнира. Я, ну, если или можно... освещаешь? Да. И то, и другое. В двух лицах, да. В двух лицах. Как зор. Как успехи в турнире? Да. Пока ни одной партии не проиграл. А, вот так. Но вот, это да. Потому, что я с вами не встретился. А, ну теперь будешь выигрывать. Самый опасный соперник – это Потемкин. А, это правильно. Дим, вообще, как организация турнира? Да, мне кажется. Я вообще считаю, что должен быть... Это гран-при приведен предельно просто. Люди приехали, начали играть. А там, когда там что-то там, какое-то супер мероприятие, там нет. Насыщенная правда, ну, все приятно. Нет, вот самое главное, да, самое главное. Зал хороший. Зал прекрасный. Хороший. Если бы еще часы хорошие, вообще было бы замечательно. А что с часами? А вот Потемкин, постоянно говорят. На моих фотографиях Потемкин требовал в Новочеркасске 3 раза замену часов. Было такое, но я грешным делом не знал, что если остановить часы, просто остановить, а потом запустить, то они начинают, вот, кстати говоря, вот в этом турнире я уже один раз так пробовал. На самом деле ни одной же проблемы не было. Не было, да. Видимо, может быть, потому что улыбка. Михаил Витальевич, как насчет проблем? Были, обращались люди с какими-то заявлениями скандальными? Или... Да, кроме вас никто ничего не обращался. Понятно.